Представляем вам, к вашему вниманию, господина Лютина. Он всегда тут рядом со мной, потому что живет он в России сейчас на протяжении как раз-таки очень долгого времени. Кто здесь был в Москве, те наверняка с ним как-то виделись. Может быть, кто-то до этого с ним уже был знаком, но вот первый раз, кто его видит. Значит, еще раз повторюсь, это президент нашей компании, группы компаний «Приоритет здоровья», да, плюс к тому же, как по видео сказали, еще кроме у нас есть одна компания, это Tides International, поэтому продукты есть, которые идут под брендом от «Приоритета», есть под брендом от Tides. Вот. Кроме того, он является председателем Евразийской ассоциации здоровья и процветания. Да, есть у нас функция, похлопаем, да, в этом. Чья это? Кое... 伙伴们，啊，这个大家好。 Он, значит, господин Лютин у нас говорит и на разных языках, в том числе и на русском языке, но сегодня у нас все-таки такой официальный первое такое знакомство со всеми, поэтому речь будет на китайском. Я далеко с вами не прощаюсь. Почему? Потому что я буду, в частности, выступать как переводчик еще. Ну что ж, дорогие наши гости, да, все, кто присутствует сейчас на Zoom, всем добрый день. 非常高兴今天和大家在这种跨过时空的一个感觉上去见面。 Всех рад сегодня видеть. Хорошо, что мы с вами как раз-таки собрались в таком небольшой комнатке, но тем не менее это в огромном пространстве на нашего зума, нашего интернета. 现在的科技越来越发达，我们虽然在不同的地方，但是我们共同可以参加一个会议。 Благодаря прогрессу технологий, да, благодаря тому, что наука очень быстро развивается, мы с вами, несмотря на то, что каждый из нас находится совершенно в разных частях света, мы можем присутствовать все вместе на одном мероприятии. 那么首先呢，感谢这一年，这个2021年嘛，是吧？我们大家在一起的相伴。 Сначала я хочу отблагодарить всех, кто к нам присоединился, всех, кто с нами работают на протяжении всего 2021 года。那么尤其呢，感谢呢，首先要感谢呢，就是以这个之前在我们这个平台工作，但是由于各种原因离开我们这个平台的这些伙伴们。 Конечно, в 2021 у нас происходили очень разные изменения. Как вы знаете, наш проект, по которому работает приоритет здоровья, это все-таки новый проект, да. Поэтому у нас были и те, кто с нами шел уже давно, да, с самого начала, можно так, за рождение проекта. Вот, были те, кто... Спасибо всем, кто с нами остался, кто новый к нам присоединился, и те, кто, к сожалению, по разным причинам также нас, да, покинул. На么呢，尤其感谢现在参加并且未来要参加我们队伍里边这些人，那么感谢你们。 和祝福你们加入到我们这个联盟大健康联盟和共赢的一个新的时代。 Но самая большая сейчас благодарность, да, за то, что вот всем тем, кто сейчас с нами присутствует, и всем будущим нашим партнерам, нашим клиентам, которые присоединяются не только к компании «Приоритет здоровья», но и являются еще непосредственно самими участниками, да, членами, можно сказать, Евразийской ассоциации здоровья и процветания и входят с нами вместе в эпоху, да, взаимно выгодного взаимовыгодного процветания. 那么我们展望一下明年，展望明年。 Что же будет у нас в следующем году? 首先呢，在产品上，我们会像以往一样，保证我们现有产品的质量。 В первую очередь о продуктах, да, скажем, скажу, что мы будем стараться и гарантируем, да, что мы будем всегда поддерживать качество нашей продукции. 那么在明年我们的有很多产品都会有个防伪码,
通过这个防伪码，通过防伪网站，可以查询到这个产品真正是出自我们大健康联盟，也是出自我们优先健康或者太极国际的这些公司的一个产品，可以验证。Кроме того, первые новшества, которые нас ждут уже в следующем году, да, и они касаются непосредственно продукции, это то, что на каждом продукте теперь будет защитная наклейка, да, которая как раз-таки может вам гарантировать качество товара, да, качество нашего товара и то, что он пришел именно от производителей, которые связаны с Евразийской ассоциацией здоровья и процветания, да, под брендом Тайцзи или же под брендом Приоритет здоровья. Это можно будет проверить благодаря специальному такому наклейке, да, с кодом, который проверяется на сайте. Ну,那么因为我们在这一年的发展，有很多公司呢，它的效仿我们的产品去生产我们的产品。 那么我们也是最大的保护我们自己的权利，从而呢，跟其他的公司呢，如果他仿造我们的产品的话，他不会有这个防伪码。 Так как наша компания, в том числе Евразийская ассоциация, становится все больше и больше с каждым днем, уже можно сказать, то и так как мы выбираем самые интересные продукты, самые лучшие по качеству, то мы теперь сталкиваемся с тем, что, да, что может быть, нас копируют уже в разных местах, да, и поэтому та продукция, которая уже сейчас может быть на разных-разных рынках, да, в разных странах, она может быть уже не совсем от нашей компании, да. Поэтому, чтобы обезопасить себя, как раз вводится вот эта система аутентичных кодов. И готовьтесь к тому, что в следующем году у нас постоянные будут обновления, да, они уже начнутся в январе, постоянные обновления на сайте, обновление сайта, обновление системы, обновление маркетинга таким образом, чтобы вам было удобнее работать и пользоваться. Мы полностью запускаем ребрендинг компании, в связи с чем у нас поменяются даже логотип, да, и так или иначе, да, те или иные связующие элементы в компании. 肯定会更国际化，更让大家能够记得住，更通俗。 Все станет намного, значит, проще, да, для восприятия, потому что мы должны все-таки поддерживать наш статус международной компании, потому что мы уже присутствуем в разных странах. Вот, поэтому будет сделано все для удобства пользования. Что касается нашего маркетинга, да, маркетинговой системы, даже в этом случае нас тоже ждут с вами обновления, да, обновления и улучшения. Об этом тоже мы сегодня более подробно поговорим. 那么制度的调整呢，会让更多的网络领导人这个更有归属感啊。Изменения в маркетинге непосредственно будут касаться именно лидерских бонусов, да, именно для того, чтобы всегда был стимул, чтобы была возможность и цель, куда стремиться, для того, чтобы еще больше с нами, да, добиваться успеха. У нас есть туристический фонд, он как раз немного изменится в том числе. Появится, кроме прочего, автомобильный фонд постоянный, да, и то, чего у нас не было еще раньше, это новые квалификации, которые позволят вам наслаждаться, да, значит, процентом от мирового товарооборота всей компании. 以车奖为例，以前我们的车奖就是一段时间。 你拿这个钱，但是我们现在这个车奖是你永久会拿这个车奖的钱。 Что касается автомобильного фонда, если у нас и были прецеденты, да, то это была какая-то разовая акция. То сейчас автомобильный фонд – это непосредственная часть нашего маркетинг-плана, да, и он является постоянным. 每个月都有考核，你达标了，这个月你就拿。
Соответственно, если в месяц вы выполнили все условия, то каждый месяц непосредственно вы получаете бонус от автомобильного фонда. 那么还有一个呢，就是第四点，就是我们明年会因为疫情的问题，我可能明年就是会逐渐稳定，那么我们会组织一些旅游的活动。 И так как вы знаете, что последние да, несколько лет у нас с вами всегда мы непосредственно живем рядом с коронавирусом, да, и каждый раз он меняется, поэтому раньше, в самом начале, нам было очень тяжело организовывать какие-то туристические мероприятия, но мы с вами уже как бы смирились, да, привыкли к этому, поэтому мы точно знаем, что в следующем году нашим туристическим фондом и уже можно воспользоваться, вот, и мы обязательно с вами организуем поездку, вот, в которую пригласим самых лучших. 然后呢，还有就是如果中国在明年不管是上半年还是下半年开放旅游和开放国门的情况下，不用这个 感染禁止这个情况下，那么我们呢会增加一个旅游产品专线，就是这个旅游产品专线呢会给你寄 PV， 虽然你可以用一些旅游基金，你也可以交一个产品的这个旅游产品的这个像一个产品一样，然后我们会给你寄相应的 PV， 就是说你去旅游了，你也会得到奖金。 И мы ждем в первую очередь, когда откроются двери Китая, да, потому что очень многие были в Китае, очень многие знают в Китае. Вот. И если Китай открывает нам свои двери, будь это первая половина года или вторая половина года, то у нас в компании сразу же появится продукт, новый продукт, связанный именно с туристическими путешествиями, по которому вы не только сможете, да, ездить в Китай, например, посещать наши интересные производители, заводы, но в том числе еще и получать определенные бонусы за это, да, и получать вознаграждение. То есть туристические поездки как отдельный продукт. 还有一个呢，就是在今年啊，我们在年末的时候也成立了这个网络这个领导人委员会。 Еще одно новшество, которое у нас появилось, это стратегический совет в компании. 那么我想明年呢，我们这个网络会的成员会越来越多。 Я думаю, что в следующем году в стратегический совет, возможно, даже войдут большее количество людей. 但是呢，成为这个网络委员会的成员呢，肯定要达到一定的级别和加入的级别。 Но в стратегический совет, если будут входить, то это будут, вы сами понимаете, только самые лучшие, только самые большие лидеры, да, по определенным критериям. 那么成立这个委员会的目的就是为了 让大家真正的网络领导人能够积极的参与到咱们公司的一个决策呀，包括一个好的方案的一个促进上。 Какая цель данного стратегического совета? В том, чтобы самые крупные лидеры компании, да, самые активные участники смогли непосредственно принимать участие в развитии компании, предлагать свои идеи, да, собирать, развивать, помогать развивать компанию, да, открывать новые направления, например. 那么也是这样的话呢，会更好的为所有的网络领导人 或者是经销商伙伴们服务，客户服务。 Таким образом, мы с вами создаем ту атмосферу, которая будет самым благоприятным образом влиять на непосредственных клиентов компании «Приоритет здоровья». 那么充分呢，也是实现我经常说的一句话，就是说这个公司或者这个联盟不是我一个人的，而是 所有我们在座每一个人的。 Я часто говорю эту фразу и хочу, чтобы ее все помнили, да, о том, что компания не является лично моей компанией. Ассоциация тоже это не лично моя ассоциация. Мы все вместе создаем эту компанию. Мы все не являются непосредственными участниками, да, и владельцами, да, данной компании. 那么只有我们共同的努力 才会让我们的联盟也好，公司也好走得更长更远。 Только если мы будем с вами работать сообща, все вместе, только тогда мы сможем добиться каких-то успехов. То есть весь наш успех, да, он в объединении. 那么也就是说，我们共同领航我们
满载着成功和健康的这个航母，航母就航空母舰啊，这些东西，对吧？来一起啊，达到成功。Только когда у нас с вами связано все воедино, да, это значит самые лучшие наши пожелания, взаимодействие, единая работа, единое мышление. Только в таком случае наш авианосец может идти вперед. Только в таком случае нас будет ждать успех. 那么真正的让加入到我们公司也好，联盟也好的每一个人达到健康无忧，财富自由。Неважно, будете вы большим лидером или же просто обычным клиентом, да, любой человек в нашей компании должен достичь обязательно здоровья, получить здоровье, самое лучшее здоровье и благополучие, то есть исполнить свою одну мечту. 那最后呢，马上快新年了，祝贺我们每一位参加到我们这个联盟和公司的人。那么祝你新年快乐，心想事成。И так как мы все-таки в преддверии Нового года, то, конечно же, хочу пожелать всем, кто нас слушает, да, всем нашим партнерам лучшего Нового года, всем здоровья в Новом году, успехов и удачи. 那么共同迎接2020年的成功、喜悦、快乐、幸福和财富。И обязательно мы с вами все вместе в 2022 году должны получить и здоровье, и успех, и счастье, и любовь, и богатство. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо! С наступающим Новым годом!